звучат фанфары громче. Наяву сейчас, а не во сне. В этом саде место нашей встречи на Уваровской студенческой весне. Так приветствовали участников фестиваля самодеятельного студенческого творчества, учащихся Уварского химико-технологического колледжа. Им предстоит проявить свои таланты в трех направлениях – танцевальный, вокал и художественное слово. Молодые люди с блеском в глазах, благородными мечтами, устремленными в светлое будущее, сердцем полным любви, говорят о студентах. Этому соответствуют и представленные на сцене номера. Танец Анжелики Скляднивой называется «Если в сердце живет любовь». Победительница городского конкурса «Мисс Студентка 2018» Юлия Каньшина выбрала стихотворение «Научи меня жить». Научи меня жить по дыханию, по нотам, без суждений, боли, падений и взлетов. И в густой суете прошепчи мое имя, чтоб на сердце усталом расплавился иней. Самые смелые, веселые и творческие создали в колледже музыкальную группу «Дыхание нот». Ребята пробуют себя в разных жанрах. В составе жюри настоящие профессионалы. Радует, что уварская молодежь стремится на сцену, говорит преподаватель хореографии Тамбовского колледжа искусств. Остается только пожелать, чтобы они расширяли свой творческий кругозор. Очень понравилось стихотворение в исполнении Александра Трусиха. Вот, хотелось бы даже вот мне лично Александра увидеть в гала-концерте. Ну, конечно, с ним немножко нужно подработать профессионалу в плане сценического движения. Вот я так считаю. А так он нас покорил буквально жюри. Члены жюри единогласно решили присудить первое место Александру Горшкову. Видно, распалясь от разговора, парень, между прочим, рассказал им, как однажды в бурю ради спора он Москвой залив переплывал. Второе заняла Анастасия Корнева с песней «Мои глаза». Третье – у танцевального коллектива колледжа. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, «Наш город».